Творцы добра. Сургутские водители объединяются в службу автоволонтеров. Активисты готовы бесплатно отвозить по делам пожилых людей, сирот, инвалидов или прийти на помощь горожанам, попавшим в трудную ситуацию. Движение только набирает обороты, но уже за пару месяцев работы сообщества его участниками стали более десятка человек. С неравнодушными автолюбителями пообщалась Виктория Дрягина. Галина – водитель непрофессиональный, работает педагогом. Дома ее ждет маленький ребенок. Но несмотря на свои заботы, она находит время, чтобы подвести совершенно посторонних людей и совершенно бесплатно. То в больницу, то на тренировке. Дело в том, что Галина – автоволонтер. Здравствуйте. 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 Сегодня Галина встречает семью Воробьевых. С рождения маленькой Катюши поставили диагноз детский церебральный паралич. С тех пор лечение не прекращается. Девочка вместе с мамой Людмилой по нескольку раз в неделю посещает реабилитационные процедуры. Порой подобных поездок в день может насчитываться и до 6. Иной раз такси социальной службы бывает просто недостаточно. На бесплатной основе они предоставляют деткам от 8 до 12 поездок. Мы пользуемся их услугами. Они возят нас на ипотерапию. Также есть забота тех деток, которые Сургутнефтегаз. Они тоже могут в течение дня, только надо говорить тоже заранее, помогать. Но этого не хватает, к сожалению. У нас лечение, так как мы работающие родители, некоторые из нас работающие, лечение происходит вечером. Вечером, когда уже службы не работают. Поэтому очень благодарны волонтерам. Из-за особенностей здоровья Людмила с Катюшей просто не могут передвигаться в общественном транспорте. А пользоваться такси постоянно очень дорого. На просьбу о помощи за 2 месяца работы сообщества автоволонтеров откликнулись более 10 добровольцев. Я могу только догадываться, насколько тяжело родителям деток, которые ограничены в передвижении. Особенно зимой, когда они становятся неподъемными из-за одежды. Соответственно, на автобусе их не повезешь. Я это все вижу, проходя реабилитации, смотрю, сколько, насколько тяжело. С каждым днем автоволонтеров становится все больше. Их ряды пополняют такие же неравнодушные водители. Организаторы движения рассказали нашей съемочной группе, что воспользоваться добрым такси могут также пожилые люди, инвалиды и все те, кто попал в трудную ситуацию. Людям нужно ездить, но нет возможности. У кого-то финансы не позволяют. У кого как бы просто время, ну, элементарно, даже ко времени не приходит транспорт, который должен приехать, да. Вот. А у меня есть время, есть возможность, есть желание, огромное желание помогать, быть полезной. Об автоволонтерах узнают все больше сургутян. Поэтому сейчас активисты пытаются привлечь как можно больше людей, которые готовы быть полезными. По их словам, многие жители хотят делать добрые дела, но просто пока не знают, куда обратиться. А чтобы воспользоваться помощью автоволонтеров, достаточно просто оставить заявку в официальном сообществе ВКонтакте. Виктория Дрягина, Денис Сонов, Сургут Интерновости.